Привет, доброй ночи, наверное, уже можно сказать Именно. тебе и нашим зрителям. Ну что же, комментируем мы Америку, поэтому комментируем поздно ночью. Ну и первый матч, который мы для вас прокомментируем, это будет команда НП против Infamous. Формат встречи Бо-3. Ну что же, поехали. Ну и сразу ФП у нас досталось команде Infamous. Забрали они себе Дроу Рейнджер. В принципе, ничего здесь нового нет. Герой сейчас очень-очень популярный. Отвечает пиком котла и Батрайдера. Забавно, кстати, вот ладно там Батрайдера. Тоже очень популярен сейчас. В принципе, хороший герой для инициации и так далее. Ну вот прям, чтобы котла себе забрали. Так знаешь, удивляет немножко. Ну, да, это такой саппорт не самый популярный на сегодняшний день. Его обычно любят сочетать там с различными шторм-спиритами, там для Медузы его тоже пикают, чтобы ману давал. И тут прямо Eternal Envy так сразу же решил пикнуть котла. Я, честно говоря, не знаю, как по мне, команда NP это вот единственный такой, наверное, микс, который является более-менее серьезным на американской сцене, да, то есть понятное дело, что все остальные коллективы меркнут на фоне там тех же самых EG и, наверное, можно еще Digital House назвать, да, как американскую команду, вот, но NP они еще вот не разыгрались и вполне могут показать какую-то хорошую, действительно хорошую игру потом, впоследствии, вот, в отличие там от других коллективов, в которых как-то приходится больше сомневаться, к которым Infamous, собственно, можно отнести. Вот. И, возможно, для Eternal Envy, ну, я не люблю так говорить, но тут, может быть, Envy что-то будет пробовать в этой игре интересное, потому что я думаю, что прекрасно капитан команды NP ощущает превосходство в личном скилле над своим оппонентом. Вот. Поэтому мне кажется, что тут может получиться все очень грустно. Ну, в общем-то, у Infamous Draw Ranger на первом пике это герой, который позволяет очень сильно сноуболить. Если играть правильно, то даже команда, которая на голову там слабее другой, она может обыграть, потому что Draw Ranger это очень сильный персонаж. На своем примере знаю, скажем так, что играя через дровку, можно легко победить даже очень-очень сильного соперника. Вот, осталось только добрать правильных персонажей. Ну, в принципе, я с тобой полностью согласна, и как раз, когда ты играешь с, ну, когда команда слабее тебя, как ты уже сказал, я думаю, что Eternal Envy, да и, в принципе, все зрители здесь понимают это, Eternal Envy может хотя бы что-то потренить, какую-то стратегию, в которой он либо не уверен, либо что-то новенькое, вот поэтому и решили попробовать что-то с котлом сделать, например, взять немного более другого планового саппорта. Добираю тебе Infamous Vengeful Spirit. Несмотря на то, что она опять в последнее время не так часто встречается за, скажем так, популярностью других саппортов, таких как Shadow Demon, Oracle, но вот они как раз находятся сейчас в банах, и в принципе Венга смотрится очень круто, опять же дает она ауру, которая дополнительная для Draw Ranger, ну и своеобразный сейф, свап тоже в принципе неплохо. Как раз Draw Ranger обязательно нужен какой-то саппорт, который сможет ее, если что, не знаю, засейвить, поэтому очень круто смотрится какой-то Oracle вместе с ней, ну вот Oracle сами они забанили, Shadow Demon также в бане. Разора берут себе для Eternal Enemy. Я так понимаю, она отправится в мид. Но и здесь пока по лайнингам все вроде более-менее понятно. Если бы еще вот по поводу Никса можно было сомневаться, но я думаю, все же Батрайдер отправится именно в сложную линию у команды NP. Да, я, кстати, только сейчас обратил внимание, что тут и типа и Батрайдер, и Никс в одном пике. Так, немножечко странно, да, что обычно на Хардлейн оба этих персонажа ходят, но в данном случае предпочтение отдадут именно Бэтрайдеру, как мне кажется. Хотя это знаешь, как может быть? Это может быть Eternal Envy в миде на Бэтрайдере и какой-нибудь Кэрри Рейзер, потому что я уже не раз говорил, что Envy очень много играл на Бэтрайдере в миде. Вот он к Интернешнлу, когда готовился со своей командой, он и в матчмейкинге там, я не знаю, процентов 80 игр он играл на Бэтрайдере. Вот. Ну и потом на самом, собственно, Интернешнале он, по-моему, тоже парочку игр сыграл на Бэтрайдере и успел там. С него дико смеялись, конечно, но
Не знаю, я этих игр не видел, просто в Твиттере видел, как там наши комментаторы-аналитики там подшучивают на Денве, на Бэтрайдере. Вот, но могу сказать, что он очень много тренировался, и даже вот когда, опять-таки, в период межсезонья Envy приходится играть на Бэтрайдере, он все равно им идет в мид, так что не стоит исключать такой ситуации, когда Бэтрайдер окажется в миде, и на нем будет играть Envy. И Storm Spirit от Infamous на центр. Ну, в принципе, здесь тоже достаточно стандартный герой в паре с Draw Ranger, опять же, усилен благодаря аурам. Осталось добрать команде Infamous какого-нибудь хардлайнера. Опять же, можно что-то такое, как а-ля Beastmaster взять. Дополнительная аура, достаточно плотный персонаж, хороший стан, инициация. Ну, обычно берут, знаешь, четырех достаточно таких хиленьких героев, которые смогут просто сдалека стоять и бить с руки, и одного более плотного, который примет на себя урон, пойдет вперед. Однако здесь Infamous решили сыграть немножко по-другому и взяли последним пиком пака. Несмотря на то, что пак должен достаточно неплохо отстоять линию свою в плане, если он отправится на хард, как по идее должно быть, небольшая такая загвоздка в пике. Кто же будет идти вперед и просто, ну, танковать? Ну, мне кажется, команда Infamous на то и рассчитывает, что вперед никому идти не придется. Draw Ranger сама сделает всю грязную работу за ребят из Infamous, просто будет атаковать вышки. Но для того, чтобы так получилось, надо идеально сыграть на стадии лейнинга. Пак тут пикнут с расчетом на то, что он под Draw Ranger на хардлейне будет иметь огромный урон руками. А, вот и Нага Сирена. Понятно, то есть все-таки саппортящий Никс. Не будет у нас Envy играть на Бэтрайдере. И Нага Сирена-Рейзер на кэри и на миде. Сейчас посмотрим, как решат ребята. Я так понимаю, Envy все-таки будет играть на Наге. Знаешь, самое интересное, что может, именно в Америке уже третий раз я вижу Нагу Сирену. Притом я ее видела и в качестве кэри, и в качестве саппорта. В качестве саппорта она КПР играла, а вот в качестве кэри, кстати, выиграла. Но там была очень сильная связка с Shadow Demon'ом. Я думаю, ты представляешь, какое количество иллюзий обрушилось на противников. Не смогли просто ребята выйти из базы. Однако здесь Нага Сирена. Интересно, кто на ней будет играть. Да, Envy, в общем-то, как на Наге, так и на Рейзере играет частенько. Но тут они сейчас с Ауи должны решить, кто же все-таки на ком будет играть. Насчет пака тут некоторые сомнения есть. Все-таки Никс. Против Никса очень сложно играть. А Envy все-таки у нас на Рейзере будет. Ауи на Наге Сирене. Сразу же, кстати, смолки прожали. Саппорты команды NP. И телепортируются на топ на Скотл для того, чтобы провардить, помешать паку это сделать. Паку, кстати говоря, вообще вард не дали. Infamous также поступили абсолютно. Вот посмотри, Огар уже в смоках разведывают обстановку. Ну и по поводу пиков мы вроде бы все обсудили. Ну, только вот интересно, как Ауи отыграет на этом персонаже. Как вы понимаете, Нага постепенно начинает возвращаться в игру. Что, кстати, на самом деле интересно, потому что когда герой достаточно долго отсутствует, и потом опять начинает появляться, все не то что забывают, как после против него играть, но вот в какое-то время интересно, потому что с новыми артефактами. Ну, Нагу, кстати, сложно по-другому собрать. Там все-таки все Рейдинс, Октарин, Диффузам он оставил. Ну, раньше Октарина не существовало, как ты помнишь, и собирали ее без Октарина через Радианс, Манту, Диффуз. Вот так вот. Октарин никто не делал. Сейчас вот на сплитпушерах играет именно через Октарин. Что на Алхимике, что на Наге. Нага, кстати говоря, идет на бот. Возможно, команда Envy решила поставить триплу против Draw Ranger, что является, в общем-то, грамотным решением, потому что Draw Ranger на первых уровнях очень слабый герой. Бэтрайдер на топе будет стоять один на один с паком. И, честно говоря, я тут сомневаюсь, как бы, в чью пользу отдать свой голос, потому что Бэтрайдер один на один герой очень сильный, но у Draw Ranger, у пака будет Draw Ranger, и он, в общем-то, получит там какой-никакой дополнительный урон. Но проблема в том, что Draw Ranger очень слабо будет набирать левел за счет того, что даже если ее тут не будут убивать, все равно ее будут отгонять от крипов, она не будет тут фрифармить, и пак в итоге не так много получит. Это Бэтрайдер все-таки это персонаж, с которым не каждый справится. Да и МСС, как я думаю, чисто как игрок, да, он, наверное, все-таки посильнее будет, нежели чем Кингтека, который играет у нас на паке.
Ладно, посмотрим, что получится. Рано пока загадывать. Ну, как-то сразу... похоронил я ребят из Infamous прям сразу. Не дал шансов просто. Настолько веришь в Eternal Enemy. Ну, интересно, три плана Гассирена, Нюкс и Котл, как мы с тобой и в начале игры обсуждали, о том, что, возможно, Eternal Enemy захочет попробовать какую-то, скажем так, ну, достаточно новую стратегию для своей команды, что-то потестировать. Так вот, они так и поступили. И взяли себе именно этого героя в кэрри, да еще и в харду отправились. Но вот, кстати, по поводу харды, здесь еще все достаточно сложно, потому что все-таки два рейндж-героя, я, конечно, патрол рейнджер и вингу, и атаки у них с турки достаточно много, поэтому могут даже быть проблемы у команды NP здесь. Ну, у Ауи тут точно проблем не будет. У Наги проблемы возникнут только если саппорты погибнут. И вот самая главная задача ребят из Infamous — это саппортов фокусить, что они и делают. Видишь, они стараются харасить их по максимуму. С Нагой очень сложно что-либо сделать. У нее слишком много брони для того, чтобы ее пробивать вот конкретно сейчас. Когда она подходит добивать крипов, ты ей можешь там дать 3-4 удара, она практически этого не почувствует. Особенно если Пурман Шилд еще купит Ауи. Он вполне может это сделать, если почувствует, что его тут будут как-то пробивать. Совершает еще и пулы тут, Ауи, и это надо пресекать, конечно же. Там маленького одного крипа рейнжового спулил. Ну, в любом случае, за рейнджового крипа там больше опыта дают, и все равно неприятно. Здесь так трипла на триплу. Как мы уже говорили в начале, дровка не сможет хорошо его получать. Ну и в любом случае, что у нас по поводу мида? Смотри, Шторм уже делает себе стаки, там в лесу старается подфармливать, потому что против Eternal Enemy стоять ему достаточно сложно, да и Разор, в принципе, пока еще тут с дабл дэмэджем был, просто прогнал в лес Шторма полностью. Посмотрим, что у нас у Пак. У Пак пока 10 на 1 крипстат против 9 на 1 у Бэтрайдера. Кстати, более-менее ровно стоят. Да, достойно, в общем-то, играет здесь пока что Пак на первых трех минутах. И, наверное, от Бэтрайдера он умирать-то, в общем-то, и не должен. Там, если вдруг возникнет такая ситуация, что МСС его будет убивать, он всегда может кинуть арбу и далеко-далеко улететь. Вот. Но... посмотрим. Ну, смотри, начинает МСС агрессировать, и Пак сразу же улетает. Так что я думаю, что я с тобой согласна, проблем здесь у него, по идее, не должно быть. Да, главное не затянуть, не тыкаться с этим Бэтрайдером, когда на тебе 5 стаков напалм, а сразу же кидать арбу и улетать, потому что можешь сделать это слишком поздно. Здесь еще, смотри, отводил он скрипов, которых Пак благополучно смог украсть. Там кентавра большого, что тоже неплохо. ТП-шку себе, если что, купил. Вдруг внизу будут у команды проблемы. И на самом деле, может такая ситуация возникнуть. Но пока стоят более-менее ровно. И еще даже не было у нас ФБ за 4 минуты. Прям вроде трипла против триплея. А я ждала, знаешь, чуть более агрессивного там какого-то исполнения от ребят из команды NP. Однако пока... стараются просто получить необходимый левел. Да, нужно отдать все-таки Draw Ranger должное и саппортам команды Infamous, что они все-таки позволяют Draw Ranger хоть какой-то фарм получать на данный момент. То бывает так, что там совсем убивает этот Draw Ranger, когда трипла сюда приходит. Storm Spirit в миде тоже, конечно, погибать не должен пока что. Ну, да и вообще, наверное, не должен. На базу пошел, потому что сложно ему стоять, несмотря на то, что ауру дает ему дровка. В любом случае, против Разора сейчас ему не камильфо. Ну вот, посмотри, присасывается Eternal Enemy и уже вынужден Шторм просто уходить под тавер, потому что понимает, что харасится с ним не лучшая идея. Вот сейчас, возможно, кто-то подстрянет у нас на боте. Нет, пока все расходятся, не хотят драться. Арканы приобретает Бэтрайдер себе, потом не Транквилла, а именно арканы, чтобы еще больше спамить, как у нас дела у Пака. Пятый левел. Вообще, если Пак получит свой шестой достаточно быстро, он его получит, так как он стоит один на один против Бэтрайдера, и ему вроде бы пока тут никто не мешает, то он сам мог бы неплохо синициировать. Смотри, нападает у нас Пак на Бэтрайдера, и еще пару ударов. First Blood для Пака. Провафлил немножечко Бэтрайдер, похоже. На самом деле, я вот хотел добавить к твоему комментарию, что Пак получает шестой левел. Это очень важно, потому что это даже не сколько важно для Бэтрайдера, который, в общем-то, прекрасно должен осознать. Так, что у нас? Убивают Шторма? Нет, не убивают, похоже. Подошли саппорты. Пытается SVG еще как-то тут повоевать, но...
Даже Envy сюда и приходит, не дотягивается плазмофилдом. Сейчас mm-hmm. очень большая опасность для AAA на команды NP, потому что Пак может туда перетянуться в любой момент и своим прокастом поубивать саппортов и нагу. Вот что опасно. То есть он сейчас толкнет линию на топе, например, у него появится телепорт, будет мана на Dreamcoil с прокастом, он просто сделает такой скрытный ТП вот сюда куда-нибудь, обойдет со спины и не поздоровится игрокам NP. Это нужно обязательно учитывать. Ну, неплохо было бы на самом деле такой мув сделать, потому что тут Котл третий левел, Нага четвертый, то есть не так много у нее, в принципе, несмотря на достаточно хорошее количество армора, хп у нее не так много, им можно было бы синициировать достаточно неплохо для пака. Ну, и своей Дроу Рейнджер помочь, потому что у нее не так уж хорошо по фарму, как могло было быть. Опять у нас МСС погибает, похоже. Поймал он Дримкойл. Юзает да? лассо, но это его не спасет, Пак его легко убивает. Пак подумал, ну зачем мне приходить помогать своей команде, если тут у нас МСС подфиживает. Притом подфиживает неплохо. Знаешь, как... второй раз и ФБ отдал, и второй раз умер. Неприятно. Тут приходит Энви на хосте, перекачивает большое количество урона у Дроу Рейнджер. Будут тут дайвить за... Дровку должны были просто отдавать и сами пытаться уйти. Приходит Шторм, но сейчас останется без маны, делает телепорт еще и Пак, и Киллинг Спри. Размет пока 1-2, добили Дроу Рейнджер на Разора и Котла. Но на самом деле Разор находился на топе по фарму, наверное, после Пака шел у него, смотрите, какой крипстатс шикарный, 44 на 14, ну и как мы уже говорили, Шторм ему ничего сделать не мог. И вот, соответственно, сейчас Этернлана и потерял гораздо больше, чем получился фрага на этой Дроу Рейнджер, у которой и так фарма не так много было. Ну, в целом, да, я согласен, что в этой ситуации, конечно, NP немножечко плохо разменялись, и получается такая ситуация на карте, что вот практически 80% игры в руках Пака сейчас находится. Он купит Вейл, у него очень высокий уровень, он дамаксит свой Silence, и при помощи Вейла в Дискорда он сможет тут убивать всю команду. То есть для него не будет героя, который ему мешает. Разве что Никс там, если Карапазы включит как-то. Кстати, Никс качается как-то своеобразно, не берет моноберн вообще. Хотя играет против Шторм Спирита Пака, даже моноберн в единичку способен наносить огромный просто урон по таким героям. А SVG тут как-то решил Карапазы все-таки в 2 вкачать. Ну, Карапазы в 1, потому что они там совсем практически не станет. Вот их надо в 2 хотя бы брать, но моноберн тоже нужен. Атака в мид на Eternal Envy, ну, на самом деле, посмотри, какие прокоцанные здесь герои команды Infamous должны добивать Eternal Envy, однако рядом находится Бэтрайдер, в любом случае Венга и Дроу Рейнджер должны погибать. Ага, приходит Пак, неплохой Дримкойл, по двоим, Нюкса забирают, надо теперь добирать Бэтрайдера, ну, еще буквально последний удар, добить его получается, если что, имеются стики, ну, и вряд ли здесь получится добить, опа! Уходит 30, хп остается у Пака, и размен получился 2 в 1. Притом забрали 2 в 1 забрали у нас Вингу, которая является саппортом, и Шторм Спирита на Разора, Бэтрайдера и Нюкса. 8-3 счет, ну и пока Infamous смотрится достаточно неплохо. Да, Пак, конечно, немножечко не подоспел к своей команде, хотя надо, наверное, сказать то, что эта команда пошла без него. Вперед батьки в пекло, так сказать, за Рейзером под Т1 вышку. Был бы там Пак, там они легко бы справились, но... Главное, что не погиб Кинг Тека, стрик свой не отдал, у него топовый нетворс на карте. Его мог забрать Котл, конечно, понимаю, не самый такой удачный герой, но все равно у Котла бы тоже денежка бы появилась. Он бы вардов накупил, Транквилла бы себя апнул, у него было бы все хорошо. Но, несмотря на такой провал на топ-линии, ребята из NP все равно действуют крайне агрессивно. Посмотри, даже Нага сюда приходит, которая, казалось бы, могла бы переместиться на топ и фармить там, ибо на боте уже нет вышки, и там фармить опасно. Ну, кстати, по поводу Наги. Ауэйн у нас на 6-м левеле прокачал песню. И посмотри, несмотря на то, что вроде бы ситуация у команды не самая приятная, но по нетворсу он от Пака, у которого, по-моему, 4 фрага, да? Да, 4-0-2, не сильно отстает. Кстати, Eternal Envy очередной раз стреет на руне. Фраг достается Шторм Спириту. Как-то слишком нагло выходит, без какого-то вижена, для того, чтобы забрать руну на 10-й минуте. Ну и за что его наказали уже в третий раз.
Сейчас Нюкс перемещается на топ, скорее всего, очень хочет получить свою вендетту, чтобы быть более полезным, возможно, инициировать. Однако на топе стоит 9-го левела Пак, и на 4 левела его больше, поэтому Нюксу, конечно, даже с своими карапасами тут выходить очень опасно. Появляется Вейл у Пака, 9-я минута, Вейл, ПТшка, Magic Wand, конечно, все у него супер круто, и я думаю, что может он пока по карте, как ты говорил, сейчас особенно наводить шумиху, не давать Наги Сирене дофармить ее артефакты. Ну, разумеется, я говорю сейчас о Рединсе. Могут они сейчас агрессировать и сами идти нападать. Странно, что с притом NP сами забрали тавр на боте, а пик с Дроу Рейнджер как-то вот не получается, притом вообще полностью фолловый тавр у команды NP. Да, Infamous нужно не гнаться за какими-то бесполезными фрагами сейчас, да даже надо не сколько эту Нагу гонять, потому что Ауи загонять невозможно, он хорошие варды имеет на карте, если вы обратите внимание, как NP провардили вот правую часть карты. Если Ауи переместится к себе куда-то там ближе в лес, то его очень сложно будет найти. Infamous нужно забирать Т1 вышки и убивать остальную команду, вот что самое главное. Вот, потому что если Нага выформит Радианс там к 17-й, там к 18-й минуте, это единственное, что у нее будет, а остальные игроки команды NP будут иметь совершенно пустые инвентари, то это, в общем-то, будет не проблема для Draw Ranger, можно будет задавить. Я не знаю, почему они сейчас так отдают тавра. Понятное дело, Нага, допустим, драться сейчас не может. Она занимается фармом. У Infamous отличные артефакты у Пака для этой минуты. Им самим надо идти и забирать вышки, а они только вот даже мид не смогли отдефить. Хотя находились там, могли перетянуться, скажем ну, так. Ну да, тут сейчас от Пака нужно играть, конечно. Может быть, King Tech просто говорит, что ребят, я не подойду, там у меня ТП в КД, хочу дагер или еще какие-то комментарии там придумывает. Но на самом деле драться надо стараться. Может быть, когда уже соперник нападает, там уже не подефаешь, но надо быть в позиции всегда. Нападают на Envy. Envy умрет. Конечно же, умрет, но в любом случае мегакилл, еще один фраг достается у нас Паку. Плохо было бы Шторму тоже поднабирать свое. Ну, Штормом, кстати, все более-менее неплохо. 3-1-4 у него статистика. 10-3 счет. И давайте посмотрим. Ага, кстати, цепанули здесь еще и Бэтрайдера. Однако отличный подсейв от Ауи. И Бэтрайдер сможет спокойно уйти. Нюкс находится в Вендетте. Цепануть его пока нет никакой возможности. Тем более у Шторма практически нет маны. Телепорт Шторм делает у нас на мид. Подфармливать дальше. Здесь в любом случае будет Bloodstone, Dream, да, замена Dream 357 у Дрима. Ну, в мид надо начинать забирать товара, потому что все-таки у вас пик с дровкой, 13-я минута, дровка очень сильная, пока противопоставить NP здесь ничего не могут. Разор 0-4-3, Нага без Радианса, Батрайдер без Даггера. Идите вперед и сносите вышки, потому что как раз давайте преимущество, чтобы у саппортов какие-то айтемы были, потому что как только у Наги появится тот же Радианс, в самом деле она... Ну, посмотри, что здесь, например, Венга и Огр будут от этого Радианса очень сильно страдать, потому что по уроном по иллюзии здесь не так-то и много команды Infamous. Да, саппорты не могут иллюзии убивать быстро, даже когда там только один Радианс появится. Там кор-герои, конечно, смогут, но потом любые какие-то статы появляются у Ауи, и сразу же возникают проблемы. И сейчас самая удачная ситуация для команды Infamous действовать, потому что у Пака вот-вот появится дагер и стягивается на бот NP, вот, и это, собственно, знак для команды Ауи, что если они первые 10 минут решили немножечко поруинить, да, там вот Райдер на топе, вот Энви куда-то там забегающий там под 2, и который в соло уже там 3 или 4 раза, по-моему, да, он умер, 0-4 у Энви, вот, то пора бы опомниться и начинать действовать аккуратно, потому что ребята могут и не простить ошибок. Это Draw Ranger, как мы с тобой отмечали на первых минутах драфта, что Draw Ranger помогает обыграть даже соперника, который вроде бы по личному скиллу тебя опережает. Ну, нельзя, на самом деле, может, просто слишком уверены в себе NP вместе с Eternal Envy. Eternal Envy, с этим проблем нет. Ну, Пак быстренько нашел у нас котла, забрал его за считанные секунды. Dragonlance появляется у Разора. Eternal Envy и
пуш остановлен. Ну вот да, забрали они котла, ну и что с этого котла? Он саппорт 7-го левела, на самом деле ничего за него особо пак не получил. Теперь маны не так много, ему пришлось идти на базу, и пуш остановили. Как мы с тобой говорили, именно пушить надо с этим пиком, так как Нага, она фармит, она не умирает, у нее уже вот-вот появится сакрет. И на ну, самом Аои, деле... похоже, да, хочет в соло выиграть эту игру своей вот команде так, сейчас. Пока так это и выглядит на самом деле. Ну, ребята пространство, конечно, неплохое создают, но 11-3 — это слишком активное создание пространства, в кавычках. Заходят на Рошана, НП проверяют или забрать его хотят, а просто влетает Разор. У нас шторм на Энви. Ну, еще... Одна ну вот, выход в смоуке, да. Забрали Энви, который умирает пятый раз подряд. Ну, мне, знаешь, мне кажется, что Энви просто пофиг. Вот, серьезно. Вот он умирает пятый раз подряд, а на боте вышка по-прежнему стоит. Сейчас на миде, наверное, поломает. Но в этот момент Нага к топу подвигает, ну, подвигается уже. Котл вот на боте. Да. На боте уже там вышку толкает. СВГ сейчас какой-то вард хитрый поставит, который позволит читать передвижение. Вот, и в принципе, за вот эти вот за это вот время, конечно, Infamous совершают необходимые действия, но совершенно недостаточные для того, чтобы ну, уверенную победу получить. Сейчас надо идти, забирать еще, может быть, Т2. Вот если Т2 заберу, то. Да, это будет уже будет очень уже круто, да. Очень неплохо, да. А вот как раз, в принципе, Infamous вместе собрались и занимаются как раз этим доминатор Dragonlance у дровки. Bloodstone есть у нас у Storm Spirit. Да, 2-2 разобрали. Второй вот раз это уже... достался паку уже. Да, на самом деле неплохо. И теперь по низу также можно попробовать. Если по низу отдадут 2 таура команды NP, можно и Рошана забрать. А там уже и на ХГ, в принципе, потихоньку можно будет выходить. Да, Нага вот-вот дофармливает свой Radiance. Никс немножечко подсобил Ауи в этом, убив курьера, дав ему дополнительное золото. Ауи, я имею в виду. И вот с минуты на минуту должен появляться Radiance у Наги. Но опять-таки одного Radiance недостаточно, чтобы выиграть. Иллюзии иллюзиями, они будут сплитпушить, толкать линии всегда, но если Infamous с Аегисом соберутся по одному лайну, то может так получиться, что они просто поломают его. Так, Бэтрайдера появляется наконец Блинк. Ну вот, может, попробуют как-то сами подраться. На самом деле, я думаю, что NP здесь драться не захотят. Они сами попробуют сплитить. Тем более, на данный момент, ну, только у Наги появился тот самый Radiance. Она начнет гораздо быстрее фармить. Так, будут тавр... дефать сейчас Т2, судя по всему. Смотри, Нага бежит на бот. Ну, посмотрим, получится ли это и... Самое важное то, что ребята из Infamous постоянно сентри с собой таскают, чтобы вот этот Никс не стал каким-то вот неприятным моментом для них, потому что он может выскочить, да, как черт из табакерки, там, в стан какой-то по двоим попасть, и ты сразу окажешься в плохом положении, но Никс старается как-то там со спины зайти, не в лоб. Вроде так более-менее неплохо дефует сейчас NP. Готов врываться Бэтрайдер, но ничего не видит совершенно. Совершенно ничего не видит. Видит вингу, которая там дивардит что-то, и все. Больше он ничего не понимает. В идеале, конечно, залететь в пак и убить его, но винга уже с готовым свапом. Притом Разор еще ультимейт свой прожал. Так, ну что же. Ну, заставили отступить. Да, заставили отступить, не хотели навязывать бой, не хотел пак врываться, не хотел шторм врываться. Хотя тут были очень сладенькие ребята, вот этот Котл, которого 800 хп, в него можно просто за вортекс уничтожить, шторму. Вот, но ну, побоялись. Побоялись ошибиться, скорее всего. Потому что если бы здесь Infamous ошибались, вот в этом моменте, если бы они проигрывали драку, то у Наги было бы достаточно пространства для того, чтобы еще там минут там 7-10, ну, может, не 7, но там минут 5 еще пофармить иллюзиями, а это очень много для Наги. Не хотели, видимо, давать ей шанс. Какие-то ключевые айтемы надо сейчас дофармить Draw Ranger. Ну, вот в плане так, кстати. Что это могут быть за айтемы? Я так понимаю, пак захочет собрать себе какой-то юл, возможно. Вообще, по Staff of Wizard здесь еще вариантов достаточно много. Вдруг это будет Дагон? Дагон, да. Нет, Дагон ему точно противопоказан здесь, потому что урона у него и но так... А, он Дагон все-таки Дагон делает. Собирает, да. Ну, хочет Нагу, судя по всему, убивать. Ну, не знаю, это может быть очень опасно. Если ты с Дагоном, то и сноубол прекращается, то ты потом будешь умирать раз за разом на этом паке.
Однако тавр на топе забрали, и внизу тавр не отдали. Сыпанул нюкса. Нюк здесь, конечно же, без должен отъезжать. Должен. Однако... Нету детекшена. Нету детекшена. А вот Разора. Разора уже не должны отпускать. Батрайдер хватает у нас дровку. Пошел сон от Ауи. И просто на телепортах уходят ребята из команды NP. Ну, самое главное, что никого не потеряли. Это, конечно, очень важно, но никого и не забрали. Да, вот как забавно наблюдать за этой игрой. То есть вообще вся команда NP, знаешь, куда-то по одному ходят, умирают. Где-то там Энвин на рун-контроле постоянно дохнет, там то вот сейчас они полезли дефать этого Никса. Ну, то есть зачем там Энви полез дефать этого Никса? То есть он, очевидно, там умирал уже, и Энви бы тоже вместе бы с ним отправился в таверну, но вот который раз уже Ауи как... главный Супермен такой спасатель такой, да, команде, да, приходит вас всем просто. Спасу, я вас помогу. Приходит всех спасать. Но сейчас вот проблема в том, что Энви вот заставил Ауи прожать сон, и на этом Рошане никак не поиграть. Абсолютно верно. И, конечно же, Рошана здесь забирают, однако влетает Батрайдер, не получается украсть Аегис у МСС и Wicked Seed Опака. Шторм забирает у нас Аегис, 14 зарядов в Блудстоуне, теперь может пострелять Нюкс, Нюкс также погибает. Киллинг спри от Шторм Спирита смогли забрать Вингу, однако Разора, надо допилить Разора, Разора выбивают Аегис у Шторм Спирита, стреляет Дроу Рейнджер, Этернал Энви погибает, сейчас треснется у нас Шторм Спирит, и полетит ли он дальше за Нага, немножко полетел не туда, но в любом случае размен одного саппорта и Аегис в троих героев команды NP, конечно же, гораздо выгоднее для команды Infame. И Рошана забрали, потеряли только одного саппорта, зарядов Блудстоунов еще становится больше, ну и в очередной раз погибает Этернал Энви. Ну, что тут сказать, я не могу сказать, вот в начале игры ты говорил о том, что, ну, возможно, просто не воспринимают всерьез, либо не стараются, либо это Этернал Энви. Не знаю, на второй карте точно будет ясно, если NP сейчас проиграют, и посмотрим, как они сыграют вторую карту, если они и вторую проиграют, это будет означать то, что все-таки Infamous действительно ответственно подошли к этому матчу. Да, там я заглянул немножечко в чатик, там спрашивают у нас, будет ли звук в Dota TV, не знаю, у меня вроде бы звук в Dota TV работает, может быть, ты, Мил, забыла включить? Нет, у меня все работает. У тебя тоже все работает. Ну, тогда странно, тогда заходите, смотрите в Dota TV, звук там должен быть. И потому что я только что... Звуки Dota? В смысле? А, ты имеешь в виду... Ну да, в чате могут формулировку путать, скажем так. Поэтому, может быть, саму Доту погромче нужно сделать. Отпишите, я сейчас обязательно гляну, буквально через минутку. Если вам надо погромче звуки Доту, я сейчас, конечно, сделаю чуть громче. Но в любом случае, тикет есть, по-моему, этой игры. Можно там вкладочку Watch нажать и посмотреть эту игру. Там, да, действительно, там даже 3700 человек смотрит. Кто-то, наверное, даже смотрит нас. Вот, поэтому привет ребятам вот это ТВ. А тут решающий момент, похоже, в этой игре сейчас может произойти. Заходят к ХГ Infamous и пытаются пробить. Ну вот за один заход отняли 500 хитпоинтов, там вышки. Нормально. Самом деле неплохо, да, тут иллюзиями Ауи. Хочет убить крипов, дровка с пикой, 2000 сверху имеется. Ну, еще знаешь, на шторме, честно говоря, то, что Орчит он купил, это круто, однако я ожидала, что, наверное, будет какая-то линкин-сфера, какой-то эскейп от Бэтрайдера, кроме, возможно, винги, которая может подсейвить, но что Бэтрайдер постоянно будет стараться именно дровку вытягивать. Не знаю, как ты вообще смотришь по поводу такого артефакта, тут... либо более стандарта предпочитаешь, там, через БКБ, и мотостайл и так далее. Ну, линка тут по-любому будет нужна, если игра вдруг затянется, там, к 30-м минутам, то без этого и Шторм Спириту никак, наверное, и Дроу Рейнджер, и Пак тоже могут по линкин сфере себе приобрести, но... Сейчас, наверное, упор следует делать на статы, потому что Infamous чувствует, что не могут заходить там к хайграунду и вот так вот дамажить. Вот, потому что, ну, в любом случае, пока у Бэтрайдера не так много артефактов, пока сама команда НП не так сильно отожрана, Бэтрайдер и вообще в целом НП могут начинать фокусить только одну цель. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, когда в команде есть какой-то сейвер против Бэтрайдера, тебе нужно одновременно нападать с двух флангов. То есть не просто там в тупую в одного в лоб цепляешь и увозишь. Это так не работает. Там сразу же будет свап, и чувака спасают.
А тебе нужно там как-то сбоку зайти, то есть твоя команда наваливается, и в этот же момент Бэтрайдер нападает на кого-то, там Винга может замешкаться, или ее могут зафокусить быстро там через какие-то станы и нюки, вот, а Бэтрайдер тем временем задизейблит какого-то одного героя. Вот это обычно так работает. Когда, ну, ситуация более-менее равная, там, что у одной команды энное количество золота, что у другой такое же, там примерно, да, Бэтрайдером можно вот так вот цеплять одного, через форстаф увозить, и Винга может не успеет среагировать. Ну или там другие герои слабее будут. Здесь так не получится, мне кажется, у МСС. Шторм влетает. Немножко не в того, мне кажется. Летели. Infamous. Как-то они один в одного, второй в другого. А, кстати, могли попробовать забрать Разора. И вообще-то это был бы очень важный фраг. Шторму чуть надо более аккуратнее стоять. Потому что... Да, хотя, подожди, в центре стоит. То есть Нюкс Вендетта не страшна. Влетают у нас на Нагу Сирену. Нагу Сирену неплохо так пробили. Однако убить, конечно же, ее не получается. И линия пала буквально за считанные секунды. Infamous действовали уверенно, несмотря на то, что не получилось забрать никого у NP, там прокоцали Нагу, прокоцали Разора, никого не забрали, однако в итоге они сделали гораздо больше, они забрали Рошана. Что же теперь? Ой, простите, забрали сторону. Что же теперь? Теперь надо ждать Рошана, который появится у нас через 5 минут, и уже с Аегой, скажем так, сейчас еще после того, как сторону забрали, появились дополнительные денежки, можно закупиться там, вот посмотри, у нас у Draw Ranger 2000 сверху, я так понимаю, что будет это Манта Стайл, судя по тому, что уже имеется Яша, и Смоки, отлично, Infamous, вот чувствуется, что ребята, не знаю, стараются выиграть, вот что-то в таком духе, они... Ну, конечно, они против такого соперника играют, конечно, им хочется обыграть команду Envy. Вот зато такого не хочется, нельзя сказать о Envy, потому что у меня такое чувство, что играют они просто на расслабоне. Подстрял Бэтрайдер, подстрял Котл. Так. Ну, в любом случае, Котл здесь умирает. Что просто это вообще было? Что, шторм влетел в котла через всю карту, убил его. Ну, конечно, тяжело играть, когда у шторма уже левел высокий, он еще под аурой Draw Ranger. У него 124 плюс 134 урон под аурой Винги и Draw Ranger. Еще шторм себе БКБ покупает. Но, вот, честно говоря, тут я уже слабо верю в то, что НП смогут как-то выиграть эту игру, как-то задефать вторую линию. У Ауи, конечно, хороший фарм. Он держится по нетворсу в топе своей команды, да вообще и недалеко 1-0-1 от него шторм шел. Но у Ауи 1600 хп, и, ну, то есть у него нету манты. Если в него влетит шторм плюс пак, они его просто убьют за сайленс. Он не успеет ни иллюзии скастить, ни ульту. Но вот в итоге начинают с ультимейта сейчас. Может, все-таки получится выиграть тимфайт. Смотрим. Ну и поехали. Влетает шторм под БКБ на котла. Котла он здесь в любом случае забирает. Замес у нас разделился. Разора надо добивать. Разора добивать получается. Она как взамен забивают. Добивают Vengeful Spirit. Умирают пак. Притом достаточно большой у него стрик, за 700 золота сорвали. Ну и три героя минус у команды Infamous. Вот и сами начали замес. У нас команда NP. Неплохо, очень, конечно, круто, что смогла скрыться Draw Ranger вместе с Штормом, потому что Шторм не потерял заряда в Bloodstone. Октарин появляется на Наге Сирене. Ну и смогли кое-как, но смогли. Да, Ауи принял правильное решение. То есть тут два варианта. Пытаться ждать ошибки соперника, да, и либо напасть самому. Как соперник может допустить ошибку, если, я, честно говоря, не понимаю, если он просто бьет ХГ, райт-клик. Я с тобой согласна. Вот, и поэтому Ауи и команда, видимо, приняли просто решение, надо напасть самим. Ауи подождал, вот, выждал удачный момент, когда скастовать сон. Не, ну Ауи тут определенно, вот если эта игра и будет выиграна, вот мне кажется, что он просто в соло ее выиграл. Потому что все, что я вижу, что происходит на карте, хоть и капитаном, хоть пикером является Envy, мне почему-то кажется, вот, чисто со стороны, я не имею никаких фактов, на которые могу ссылаться, но мне кажется, что Ауи просто координирует всю свою команду на данный момент. По крайней мере, говорит, кажется, что Ауи играет серьезно, а Eternal Envy, ребята, давайте сейчас, у него там что-то аниме плохо закончилось какое-то, я в Твиттере читала, вот он расстроен, может сейчас. Я мог бы прокомментировать, но не буду. Ладно. Я, конечно же, шучу. На самом деле нет. Ну что же, Тавара остается у нас 180 хп. Буквально с пару ударов разбирается с Таваром Draw Ranger. Егис
Рошана еще нет, но вот Аегис было бы неплохо забрать на самом деле. Вылетает у нас Шторм Спирит под Карапаси. Очень крутые Карапасики от СВГ. Стан был хороший от Нюкса, но Дримкойл еще лучше по троим героям. Минус Батрайдера, минус Нага Сирена. Нага Сирена делает байбек, а Нюкс делает байбек. Погибает Этернал Эневи. Также ультракил от Шторм Спирита. Ну и Нага Сирена, Сон. Цепанули Шторма. Надо как-то подстанить его вовремя. Ага, ну, сделать это достаточно сложно. В любом случае, ценой байбеков может и получится отдефить сторону. Они его сейчас еще и заберут, этого Никса. Правда, может потерять свои заряды Штору, но подходит команда, сейвит его в итоге. Опять, единственный герой, оставшийся в живых после этого Нага Сирены, то, которая выкупалась. Линию не забрали, но очень много денежек потеряли сейчас NP, и Шторм Спирит слишком много бладстоунов имеет. БКБ просто не позволяет NP как-то спустить этого Шторма на землю. Он делает, что хочет, он влетает.